Рейтинг детских школ искусств составили в регионе. 208 учреждений оценивались по 16 критериям, в том числе по качеству образовательного процесса, результативности участия в фестивалях и конкурсах, информационной открытости. По результатам рейтинга лидерами стали школы в Электростали, в Балашихе, в Ивантеевке и художественная в Красногорске. Сегодня окружное учреждение имеет 2 отделения. Основное на улице Вокзальная, дополнительное в микрорайоне Изумрудные холмы. Обучение бесплатное. Красногорская художественная школа работает уже больше полувека.